1 мая первоуральцы по традиции отметят в праздничной демонстрации. Подать заявку на участие в шествии можно в администрации города. В этом году участников праздника ждет сюрприз. Большой шар в виде глобуса будет запущен во время демонстрации с конца колонн до ее начала. Таким образом, у каждого, кто участвует в демонстрации, будет возможность прикоснуться своей ладошкой к нашей прекрасной планете и тем самым внести свой вклад в формирование толерантного отношения к окружающему миру. Кроме того, планируют запустить онлайн-трансляцию шествия, чтобы за колоннами могли наблюдать как можно больше жителей города. Также будет организована праздничная программа после демонстрации. Отмечу, что праздник весны и труда первоуральцев встречают массово. В прошлом году в шествии приняли участие 8 тысяч человек из 90 трудовых коллективов.